Друзья, всем привет! У меня снова классные покупки с Валберес. Сейчас все покажу, будет интересно. И первое, что мы купили, это вот такой модный вязаный свитер в бежевом цвете. В магазине есть еще много разных цветов. Размер оверсайз 42-48. Знаете, свитер такой очень мягкий, теплый и нежный, благодаря прекрасному составу. 48% кашемир, 29% шерсть, хлопок 18% и 5% эластан. Шит очень аккуратно, имеет округлый вырез горловины и декоративный наружный шов. Смотрится очень стильно, комфортно садится на любой фигуре. Универсальная модель подходит для работы, учебы и прогулок. Его можно носить поверх рубашки, подходит для всех возрастов. Можно носить и беременным. Классный свитер, мы очень довольны покупкой. Себе я купила вот такую теплую куртку. Размерный ряд от 46 до 52. Ее можно носить и осенью, и зимой. Температурный режим от плюс 5 до минус 15 градусов. У нас уже холодает, поэтому сейчас поношу и уже потом зимой. Утеплитель холофайбер. Модель удлиненная, оверсайз, так что подойдет под любой тип фигуры. Выполнена из качественного материала, вся фурнитура тоже высокого качества. На молнии и на кнопках. Рукава на резинках, так что будет тепло, не будет задувать ветер. Два глубоких кармана и объемный несъемный капюшон. Куртка шита очень аккуратно, непродуваемая и непромокаемая. Кстати, она совсем не тяжелая, так что очень удобно и комфортно, не сковывает движение. На каждый день прекрасный вариант. Я очень довольна покупкой, модная и стильная курточка, буду носить ее с удовольствием. Смотрите, какую красивую вместительную косметичку я купила. Наша уже старенькая и небольшая, из нее постоянно все выпадает. И решили заказать вот эту, стильную, в модном леопардовом цвете. В магазине есть два размера, я взяла ту, которая побольше, размер L. Понравилась нам сразу же. В косметичке одно отделение, она мягкая и легкая, прекрасно поместится в сумочку. Шита очень аккуратно из материала высокого качества. Застегивается на качественную крепкую молнию, которая отлично работает, не заедает и не расходится. И знаете, мне очень понравилась бусинка на застежке. С помощью нее очень удобно открывать косметичку. Я просто от нее в восторге. Какая же она классная! Прекрасно подойдет в качестве подарка на любой праздник. Шикарная косметичка, я очень довольна покупкой. И самое главное, очень вместительная, что для меня важно. Еще мы купили вот такой модный брючный костюм из мягкой ткани лапша. Размерный ряд от 44 до 50. Мы взяли в черном цвете, но в магазине есть еще и другие цвета. Костюм состоит из широких прямых брюк клёш модели палаццо с высокой посадкой на эластичной резинке и свободной кофты. Сшит очень аккуратно из приятной к телу ткани. Мне очень понравился состав ткани. Вискоза 60%, полиэстер 25% и эластан 15%. Знаете, она такая мягкая, приятная, не мнется, дышащая, не вызывает раздражения, не электризуется и не теряет цвет. Универсальная модель свободного кроя, подходит для любого типа фигуры и роста, скрывает недостатки и подчеркивает достоинства. Костюм очень комфортный, совсем не сковывает движение. Идеально подходит для любого повода, в офис, на прогулку, вечеринку, для дома, для занятий спортом. Классный костюм, дочери очень понравился, она осталась от него в восторге и будет носить с огромным удовольствием.
Еще мы купили вот такие ортопедические каркасные стельки. Они предназначены для профилактики и лечения продольно-поперечного плоскостопия. Хороший размерный ряд от 35 до 46. Такие стельки рекомендуются для использования во всех видах закрытой обуви. Подойдут взрослым и детям. Амортизирующие стельки-супинаторы обеспечивают разгрузку стопы и равномерно распределяют нагрузку от ходьбы. Стелька состоит из следующих слоев: итальянская натуральная овечья кожа, подушка-амортизатор пятки, подпяточник и ортопедический каркас. Такие стельки отлично подходят для ежедневного использования и занятия спортом. В них ноги дышат и не потеют. Активированный уголь, который входит в один из слоев стельки, устраняет неприятный запах. Эти стельки впитывают влагу и обеспечивают профилактику болезней ног, что очень важно. Комфортные и дышащие, помогают улучшить кровообращение и снять напряжение. Замечательные стельки, очень нам понравились. Сыну закажу такие же. Девочки просили показать шампунь и маску для волос, которыми мы пользуемся. По совету своего мастера я купила вот такой набор бразильской косметики для волос. Нам с дочкой он очень нравится. Подходит для нормальной жирной кожи. Бисульфатный уходовый шампунь для глубокой очистки кожи головы и волос. И маска интенсивного питания с кератином. Знаете, мне очень нравится то, что после использования этими средствами совсем нет утяжеления. У меня и так волосы густые и пористые, и хочется легкости. Еще эти средства отлично увлажняют волосы, питают, придают им мягкость и шелковистость. Не содержат сульфатов и парабенов. Подходят для ежедневного применения. Еще у этих средств прекрасный состав. Масло бабасу, масло пачули, пантенол, омега-9. Классный шампунь и маска. Пользуемся с удовольствием. У нас волосы окрашенные, а у дочери после кератина, так что нужен особый уход для восстановления структуры волос. И вот именно эти средства прекрасно нам в этом помогают. На этом я буду заканчивать свой обзор. Ссылки на все свои покупки оставляю в описании под видео, если кому интересно. Всем желаю приятных покупок, удачи и отличного осеннего настроения. Всем пока-пока, до новых встреч!